Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Сибирский Бродяга, с вами Жека. Сегодня хочу вам показать, как сделать таежный подсвечник для свечки. Вот, берем обычную свечку. Вот у меня маленькая свечка такая есть. Берем палочку с черемухи, там, с ольхи, с дуба, у кого что есть. Вот. Такая палочка. Также нам понадобится кора любая, снятая кусочек коры. И вот такой кусочек пихтовой, сосновой, там любой. Вот, берем вот эту палочку. Маленько ее расщепляем. Чуть-чуть вот так вот. Расщепили. Берем нашу кору, обгибаем свечку, вот так вот. Обогнули свечку, вставляем ее вовнутрь. Вставляем вовнутрь. И затягиваем. Вот. Такая вот конструкция должна получиться у нас. Потом, друзья, берем вот такую пластинку. Тоже с коры. В моем случае это пихтовая. Маленько ее подрежем сейчас чуть-чуть. Вот. Ровная такая. И чуть-чуть ее здесь надрезаем. Надрез сделали. И получается, вставляем ее сюда. Вот, друзья. Вот такая нехитрая конструкция у нас должна получиться с вами. Хотя не сюда, а вот сюда вот ее. Маленько не так показал сейчас. Надо что, кора будет? Вот так вот. Вот, друзья. От ветра можно идти по лесу и не будет тухнуть наш подсвечник. Подожгли, и вот, можно идти, она не тухнет. Видите, друзья?